Следующее произведение называется «Remain in Dreams» про ремешок. Thank you.
произведение про заболевание. Thank you.
Следующее произведение называется «Alien Matter» по причине посторонних. I'm not afraid to die.
Следующее произведение называется «Твой голос». Да, самое хорошее произведение. Оно представляет собой древнекорейский эпос, миксолидийский его период, перевод его названия на русский «Прояви сноровку». Yeah.
Yeah.
Oh,
В следующем произведении есть сюжет. Называется песня «Wrong Modes». Что-то неправильно. Девушка решила подарить себя любимому человеку в виде подарка, в коробочке, с ленточками, конфетами. Связала себя ленточкой, закрыла себя в коробочке. Молодой человек отметил день рождения, утомился и не пришел. У девушки начал заканчиваться воздух. Thank you.
Спасибо большое. Произведение называется «The Way You Feel» — «То, как чувствуешь только ты». Silence makes my own hands.
Спасибо вам всем большое за внимание. С вами сегодня был ансамбль The Voices. Для вас на сцене звучали голоса. Ольга Сладкова. Thank you.
сегодня с нами. До новых встреч! Yeah.
while the light is.